Атаковавший туристов в Хургаде мужчина, вероятно, был сторонником запрещенной в России группировки ИГИЛ. Об этом пишет газета Bild. По данным немецкого издания, задержанный Абдель Рахман переписывался с террористами в интернете, и именно экстремисты дали ему приказ напасть на отдыхающих на курорте. Между тем, прокуратура Египта по-прежнему отрицает связь нападавшего с боевиками. Я напомню, в пятницу молодой мужчина с ножом атаковал туристов на одном из пляжей египетского курорта Хургада. Погибли две гражданки Германии, еще четыре человека получили ранения. Среди пострадавших есть россиянка.